Всем огромный привет! Сегодня будет обзор из магазина Fix Price по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр «Аврора». Не успели мы отпраздновать Новый год, а Fix Price уже появилась коллекция к 14 февраля. В этом году коллекция особенно красивая, много интересных и полезных новинок. Я покажу вам все, что приготовил Fix Price для вас в этом году ко дню всех влюбленных. Ну а вы подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и на мой инстаграм, ссылку на него оставлю в описании. Шары фольгированные, набор из двух штук. Размер шара 45 сантиметров. Его можно надувать как гелем, так и обычным воздухом. В комплекте идет пластиковая трубочка, с помощью которой этот шарик легко надувается. Цвета отличаются, всего в ассортименте 4 цвета. Цена за набор 50 рублей. То есть один шарик стоит всего 25 рублей. Наклейки декоративные, размер листа 21 на 14 сантиметров. Можно приклеивать на любую поверхность, блокноты, конверты, тетрадки и даже телефоны. Состав ПВХ и эпоксидная смола. Наклеек на одном листе много, между собой они отличаются. Цена за один лист 50 рублей. Еще одни декоративные наклейки в одном наборе, целых два листа. Размер 22 на 11 сантиметров. Несмотря на то, что наклеек в два раза больше, цена такая же, 50 рублей за набор. Набор цветов, а точнее мыльных розочек. Выглядят как маленькие искусственные бутончики. В упаковке их 13 штук. Наборы между собой отличаются, в ассортименте 3 цвета. Производитель Китай, цена такого набора 99 рублей. Большая фоторамка на 5 фотографий. Сюда поместится одно фото размером 12 на 17 сантиметров, 3 фотографии размером 10 на 15 сантиметров и самая маленькая фотография поместится в рамочку в форме сердца размером 9 на 12 сантиметров. С обратной стороны есть металлическое крепление, с помощью которого рамку можно повесить. Качество мне понравилось. Сделана рамка аккуратно. Состав полипропилен, стекло, картон, бумага, сталь. Продажа только в белом цвете. Производитель Китай, цена 199 рублей. Набор декоративных сердечек в упаковке 100 штук. Похоже на маленькие камушки, сделаны из полистирола. В ассортименте голубой, красный, темно-розовый и светло-розовый цвет. Цена такого набора 99 рублей. Набор ароматизированных свечей. Свечи сделаны в форме сердца. Они идеально подойдут для создания романтического свидания или романтического ужина. В наборе 15 штук. Свечи с разным ароматом. Больше всего мне понравились с ароматом ванили и с ароматом лаванды, тоже неплохие. Меньше всего понравились с ароматом клубники и с ароматом розы. Своеобразный аромат. Цена набора с 15 свечей 77 рублей. Открывающийся магнит «Валентинка». Сделан такой магнитик в виде маленького сердечка. Для того, чтобы его открыть, необходимо поднять против часовой стрелки верхний слой. И внутри можно найти пожелание или поздравление. Сделана такая валентинка из картона. Сверху наклеена голографическая пленка. Такую валентинку можно повесить на холодильник с помощью магнита, который находится с обратной стороны. Кстати, валентинки сделаны в России и сделаны очень даже красиво и аккуратно. На выбор 5 вариантов. Купить такую открывающуюся открытку в Фикспрессе можно за 55 рублей. Еще один шар фольгированный, серия «Романтика». Самый большой шар из этой серии с надписью «Я тебя люблю». Его размер 92 на 48 сантиметров. В комплекте также идет пластиковая трубочка для того, чтобы эти шарики можно было надуть. Состав самого шара – ПЭТ и алюминий. Также в ассортименте есть шарик в форме губ. Его размер 76,5 на 73 сантиметра. И мне кажется, немного отличается от фото. Шар, сделанный в форме кольца с бриллиантом. Размер этого шара 60 на 83 сантиметра. Надутом виде действительно будет похоже на кольцо с бриллиантом. И последний шар в форме букета роз с мишкой. Его размер 80 на 54 сантиметра. Надувать такие шары можно как воздухом, так и гелием. Трубочка идет в комплекте. И в Фикспрессе их можно купить всего за 50 рублей. На мой взгляд, это отличное предложение. А еще вы можете порадовать своих близких вкусным десертом, который быстро и легко готовится. Как раз на моем кулинарном канале вышел новый рецепт десерта, который я вам рекомендую приготовить для своих любимых и близких. Ссылку на этот рецепт вы найдете в описании под видео. Самое милое, наверное, что есть из этой коллекции, это ручка подарочная пушистик. Сделана она в виде милого пушистого зайчика с носом и с ушками. Очень круто смотрится, и цена такая же, как и в прошлом году. Сама ручка гелевая, цвет чернил внутри синий. Если я не ошибаюсь, то стержень у этой ручки поменять нельзя. Состав полипропилен, полистирол, полиуретан и чернила. Пушистики между собой отличаются, всего 5 вариантов. Купить такую ручку в Фикспрессе можно за 77 рублей. Уголки для фото в наборе 102 штуки. С помощью таких уголков можно крепить фотографии и фотоальбом. Цена такого набора 50 рублей. Декоративные наклейки объемные, размер листа 17 на 9,5 сантиметров. В одном наборе примерно 13 наклеек, состав ПВХ. На выбор 4 разных варианта, цена 50 рублей. Пакет подарочный, размер 18 на 10, высота 23 сантиметра. Состав бумага и полиэстер.
На выбор 4 варианта. Цена 27 рублей 50 копеек. Мешок подарочный, размер 12 на 16 сантиметров. Сверху затягивается на веревочку. Сделан мешок полностью из полиэстера. И впереди есть деревянная вставка в виде сердечка. Цвета в ассортименте, цена такого мешочка 50 рублей. Декорация. Сердце на палочке. Состав полипропилен, пенополистирол, полистирол, полиэстер, сталь. Такие декорации отлично подойдут для составления цветочных композиций ко дню всех влюбленных. Между собой декорации отличаются цветом и формой. Всего 8 вариантов. В одном наборе 3 декоративные палочки. Цена за набор 55 рублей. Фоторамка подвесная для 3 маленьких фотографий. Сделана такая фоторамка из дерева, стекла, бумаги и полиэстера. С обратной стороны есть маленькое окошко, открыв которое, можно вставить фотографию. Рамки между собой отличаются, всего 3 разных варианта. Не знаю, возможно, это ошибка, но сейчас такая фоторамка стоит всего 77 рублей. Мне качество понравилось, есть варианты с недочетами, но выбрать красивую аккуратную рамку все же можно. Вешается с помощью ленточки. По-моему, за 77 рублей это просто отличное предложение. Декорация подвесная, сердце. Высота 10 сантиметров. Сердце сделано из пенопласта, сверху обтянуто тканью. Веревочка сделана из жута. Также есть дополнительная бусинка из дерева. Цена такого сердечка 50 рублей. Мягкая игрушка-брелок, высота 12 сантиметров. Состав полиэстера, наполнитель, полиэстеровое волокно. Цепочка и брелок сделаны из нержавеющей стали. Использовать можно как обычную игрушку или как брелок, повесив, например, эту игрушку на рюкзак. В ассортименте есть кит и единорожка. Цена такой игрушки 99 рублей. Набор декоративных стальных скрепок. Разной необычной формы, в наборе 8 штук. Использовать такие скрепки можно не только в канцелярии. На кухне они тоже найдут применение. Можно использовать для того, чтобы закрыть открытый пакет с молоком, со специями или крупами. Цена набора 55 рублей. Набор декоративных наклеек сердца. Лист размером 9 на 20 сантиметров. Сделаны сердечки из акрила и полистирола, и они отлично подойдут для декора. Цвета в ассортименте, цена такого набора 50 рублей. Набор воздушных латексных шаров. В наборе один большой шар, его размер в надутом виде 69 сантиметров. И 8 шаров в форме сердца, их размер в надутом виде 25 сантиметров. Между собой наборы отличаются, какие именно шарики будут внутри, нарисованы на упаковке. Цена за набор из 5 шаров 55 рублей. Фоторамка сердца на 3 фотографии, размер 32,5 на 17 сантиметров. Сюда поместятся совсем маленькие фотографии размером 8 на 8 сантиметров. Выполнена рамка очень аккуратно, фотографии вставляются с обратной стороны. Сделана фоторамка из дерева, состав МДФ, ПВХ, бумага, бамбук, полипропилен и сталь. Интересная фоторамка, красиво будет смотреться на рабочем столе. И на мой взгляд, это отличный вариант подарка. Между собой фоторамки отличаются цветом сердец, всего 3 варианта. Производитель Китай, цена 149 рублей. Пневмохлопушка, высота 30 сантиметров. Внутреннее наполнение, искусственные лепестки, сделаны из текстиля. Высота выстрела 5-8 метров. Подробная инструкция по применению находится на упаковке. Наличие 2 варианта, это с белыми и с розовыми лепестками. Цена такой хлопушки 199 рублей. Фоторамка, размер 16 на 21,5 сантиметр. Подойдет для фото размером 10 на 15 сантиметров. Рамка пластиковая, выполнена из полипропилена, бумаги и ПВХ. Рамку можно вешать, а также ставить вертикально или горизонтально. В ассортименте 3 варианта, все рамки одинаковые, единственное, чем отличаются, это фотографии. Цена 55 рублей. Кружка с надписью «Любовь», объем 430 мл. Сделана из фарфора, с внешней стороны белого цвета, внутри красного. Отличается рисунками, в ассортименте 4 варианта. Это влюбленный котенок и милые щеночки. Цена такой кружки 99 рублей. Набор меловых сердечек, в упаковке 10 штук. Сами сердца сделаны из картона, также в наборе идет мел и веревка из джута. При желании эти сердца можно соединить в одну гирлянду и подписать или разрисовать ее по своему усмотрению. Или использовать эти сердца по отдельности. Интересная задумка, цена такого набора 55 рублей. Альбом для фото на 20 листов. Продается альбом вот в таком разобранном виде. Собирать его и приклеивать сюда фотографии вам придется самим. Скрепить такой альбом можно лентой или джутовой веревкой. Кстати, прикрепить фотографии в этот альбом можно с помощью уголков, которые я показывала ранее. Фотоальбомы отличаются надписью и цветом обложки. Всего 6 вариантов. Цена такого альбома 99 рублей. Очаровательная подушка сердца, размер 30 на 25 сантиметров. Состав 100% полиэстер, наполнитель, полиэстеровое волокно. Подушка-игрушка очень аккуратно сделана, смотрится красиво, такую подарить не стыдно. В ассортименте я нашла 3 варианта. Это сердце, проколотое стрелой,
Сердце-обнимашка с ручками. И третий вариант – сердце с крыльями. Больше всего вариант понравился. Очаровательные подушки сделаны на 5 плюсом, цена 199 рублей. Игрушка мягкая, медведь, размер всего 10 сантиметров. Состав 100% полиэстер, наполнитель полиэстеровое волокно, а глазки сделаны из полипропилена. Стоит такой маленький мишка 99 рублей. Медведь размером побольше, высота 23 сантиметра. В руках держит шарик с надписью «Я тебя люблю», в сером цвете похож на мишку Тедди. Сшит ровно, аккуратно, состав тот же, полиэстер и наполнитель полиэстеровое волокно. В ассортименте также три варианта, три цвета, и такой мишка стоит уже 199 рублей. И самая большая игрушка в этой коллекции – это медведь высотой 27 сантиметров. Пушистый, сделан аккуратно, хорошо набит. Для сравнения покажу вам все три игрушки рядом, чтобы было видно, как они отличаются по размеру. Мне показалось ли самый большой медведь немного хмурый. В ассортименте также три расцветки, стоит такой медведь 199 рублей. Стеклянный шар диаметром 6,5 сантиметров. Внутри стеклянного шара находятся фигурки, а также мелкие хлопья, которые очень напоминают снег. Смотрится все это очень красиво, эффектно, просто завораживает. Такие стеклянные шары уже были в новогодней коллекции. Состав полирезин, стекло, вода и пропиленгликоль. Дизайны отличаются, всего 4 варианта, стоит такой волшебный шар 99 рублей. Фоторамка просто огромная, я ее еле держу в руках, размер 58 на 53 сантиметра. Рамка рассчитана на 6 фотографий размером 10 на 15 сантиметров. Вставляются фотографии с обратной стороны, сверху есть крепление, с помощью которого рамку можно повесить. Качество исполнения хорошее, рамка сделана из плотного пластика. Состав полипропилен, стекло, картон, бумага и сталь. Места на стене такая рамка займет достаточно много. В фикс-прайсе ее можно купить за 199 рублей, в других магазинах, таких как, например, Leroy Merlin, она стоит намного дороже. Еще одна кружка в честь праздника всех влюбленных, объем 390 мл. Стильно смотрится, красивая, аккуратная. Состав фарфор. Между собой кружки отличаются надписями и расцветками. Всего в ассортименте 4 варианта. Все варианты красивые, цена такой кружки 99 рублей. Еще одна кружка, на этот раз в подарочной упаковке. Эта кружка сделана из термостекла, она с двойным дном, объем 150 мл. Сделана она в форме сердца. И когда вы нальете себе или любимому человеку чашечку чая или кофе, у вас в кружке будет вот такая красота. У меня есть подобная чашка с двойным дном, но она без ручки. Этот вариант мне тоже очень понравился. С удовольствием куплю себе такую кружку с сердцем. Использовать такую кружку можно даже для горячих напитков. Отличный вариант подарка, кстати, не только на 14 февраля, но и на 8 марта. Купить такую термокружку в фикс-прайсе можно за 149 рублей. Минажница сердца, длина 36 сантиметров. Основа сделана из МДФ, а блюдце в форме сердца из доломита. Самое маленькое блюдце размером 7 на 7 сантиметров, среднее 9 на 9, самое большое сердце 12 на 12 сантиметров. С помощью такой минажницы можно красиво подавать на стол нарезку или десерты, а также устроить романтический завтрак. Такая подача будет смотреться очень эффектно. Цена такой минажницы 99 рублей. Клипсы декоративные или по-другому маленькие прищепки. В наборе 10 штук, состав дерева, джут и сталь. Похожие прищепки уже были в продаже, но дизайны отличаются от прошлогодних. В ассортименте котики, единорожки, кактусы, мороженое, сердечки и фламинго. Цена набора из 10 таких клипс 55 рублей. Баннер-растяжка с надписью «Я тебя люблю». Длина в развернутом виде 2 метра 200 сантиметров. Сами буквы сделаны из плотного картона, а крепится гирлянда с помощью металлических крючков. Кстати, гирлянда двусторонняя, надпись «Я тебя люблю» напечатана и с одной, и с другой стороны. В продаже еще есть баннер розового цвета с ангелочками с надписью «Я тебя люблю». И третий вариант – баннер-растяжка с надписью «Ты моя вселенная». Купить такую гирлянду в фикс-прайсе можно за 99 рублей. Зеркало карманное, размер 6 на 9,5 сантиметров. Все дизайны с губами. Мне особенно понравился вот этот вариант в черную полоску. С одной стороны зеркало обычное, с другой двукратное увеличение. Состав стекло, полиэстер, сталь. Сделано все аккуратно, я бы даже сказала идеально. На выбор 4 дизайна купить такое зеркало в фикс-прайсе можно за 99 рублей. Блокнот сердца, 64 листа. В кожаном переплете, продается в подарочной упаковке. Состав бумага, полиуретан, полиэстер, синель, сталь. На выбор 4 цвета, цена 199 рублей. Маленький блокнот, размер всего 10 на 15 сантиметров. Бумажная обложка с голографическим рисунком. Блокнот в клетку, внутри 80 листов, также дополнительная закладка. Для удобства блокнот закрывается и фиксируется сверху резинкой.
Отличный блокнот, маленький, компактный, стильный, удобный и не займет много места в сумочке, в рюкзаке или в портфеле. Купить такой блокнот в Фикспрайсе можно за 99 рублей. Коробка подарочная в форме сердца. Размер 20 на 16, высота 8 сантиметров. Сделана коробка из картона, бумаги, бантик из полиэстера. Аккуратно сделана и смотрится красиво. Коробки между собой отличаются рисунками. На всех изображены цветы, всего 4 варианта. Цена такой коробки 99 рублей. Подвесное украшение сердца. Размер 15 на 15 сантиметров. Украшение сделано из дерева, состав ива, а бантик сделан из полиэстера. На выбор два варианта, между собой немного отличаются. Цена такого подвесного украшения 55 рублей. Кошелек сердечки, размер небольшой, 11,5 на 9 сантиметров. Состав ПВХ, сталь и полиэстер. 4 цвета на выбор, цена 99 рублей. Гирлянда сердца, длина 1,20 м. Работает до двух батареек, в комплект они не входят. Внутри 7 лет лампочек, цвет теплый белый. Состав дерева, полипропилен, ПВХ и медная проволока. Цена гирлянды 99 рублей. Очень необычная фоторамка, размер 9,5 на 9,5 сантиметров. Внутри находится пропилен, гликоль и блестки. Для того, чтобы поместить фотографию внутрь, необходимо открыть заднюю стенку фоторамки, поместить фото и закрыть эту пластиковую закрывашку обратно. И снова собрать фоторамку. Состав полистирол, ПВХ, бумага, вода и пропиленгликоль. В ассортименте 4 варианта, цена такой фоторамки 55 рублей. На сегодня это все. Это была вся коллекция товаров к 14 февраля. Надеюсь, что видеообзор вам понравился. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Увидимся очень скоро.